Всем привет! В этом видео я буду рассказывать о своей партнерской программе, для чего она нужна, ее плюсы, ну и так далее. Подключен мой канал к партнерской программе AIR, Agency of Internet Rights. Что это за компания и что она дает лично для меня? Партнерская программа представляет собой какой-то круг людей, который может вам оказать поддержку. Это как по скайпу, так и по имейлу. Если у вас вопрос как бы горит, то вы, конечно же, звоните по скайпу, узнаете информацию, которая вам нужна. Это очень большой плюс по сравнению с YouTube. То есть от YouTube вы не получите никакой информации. Партнерская программа вам дает поддержку. Плюс к этому всему с агентством интернет-прав вы заключаете договор на бумаге. Я бы вам его показал, но сейчас у меня рядом со мной его нету. Он у меня дома находится, хранится. У вас есть гарантии. То есть, если вы используете партнерскую программу, у вас появится гарантия того, что ваши деньги никуда не уйдут, никуда не сольются. Без вашей подписи никто ваши деньги не заберет. Также какой еще плюс существует в партнерской программе AIR? Это реферальная программа. То есть тот человек, который подключился по вашей рекомендации, вы будете получать прибыль от его прибыли 6%. Это, конечно, не говорит о том, что эти деньги у него отберут и отдадут вам. Прибыль идет от компании, то есть те 30%, которые зарабатывает компания от ваших заработков, вот те 6% они отдадут тому человеку, который, можно сказать, привел еще одного клиента в эту компанию. Получаем мы прибыль 70%, компания зарабатывает 30%. Выплаты в компании осуществляются следующим образом. Не менее $100, то есть если у вас не накопилось $100, вы не можете снять со своего счета деньги. Вывести деньги можно по многим системам, то есть или WebMoney, или будь то карточка Visa банковская, ну и так далее. Многое другое вы можете уже посмотреть непосредственно на сайте, ссылку я поставлю под видео. Также, если вы захотите подключиться к партнерской программе, ссылка также внизу. Заполните все ваши данные и рассмотрят ваш канал, рассмотрят количество ваших подписчиков, просмотров. Если одобрят, значит, вас оповестят об этом. То есть, если вы хотите подать заявку, ссылка в описании. Выплаты могут производиться ежемесячно, либо ежеквартально, то есть, допустим, 3 месяца прошло, и вы получили прибыль свою. Как правило, тот, у кого небольшой заработок, конечно же, получает ежеквартально, так как за месяц они не накапливают $100, а опытные блогеры, которые уже зарабатывают там большее количество денежек, они уже ежемесячно себе получают. Агентство интернет-прав. Я вам рекомендую подключаться к этой партнерской программе, так как наслышан на ней, позитивные отзывы, никаких нареканий, никаких работе нет. У вас есть поддержка, у вас есть реферальная программа, вы размещаете ссылку, реферальную ссылку под своими видео. Люди по вашим рекомендациям подключаются к партнерской программе. Вам хорошо, у вас 6% прибыли, и компании тоже хорошо. Ну и, соответственно, человеку, который подключился, тоже все эти плюсы, которые выше перечислены были, он и получает эти преимущества. После подключения программы партнерской, вот этой AIR, я заметил, что у меня повысились просмотры, повысился доход, мой доход увеличился. У меня стало больше подписчиков. В общем, никаких нареканий к этой партнерской программе нет. Любые вопросы, которые у вас возникают, вы можете задать по email или skype. Сразу же получаете ответ, мгновенно практически.
Также заявку они быстро рассматривают в течение дня, ну, максимум 2 дней. В общем, я рекомендую, подключайтесь к этой партнерской программе, и будет у вас все отлично. Конечно же, есть небольшие условия для того, чтобы подключиться. 500 подписчиков и 50 тысяч просмотров. Ну, я подключился, когда у меня было около 10 тысяч просмотров и до 50 подписчиков. Вот так у меня получилось. То есть они увидели темпы роста канала, их это устроило, и они меня подключили. Я уже подписал бумагу, отослал им по электронной почте, отсканировал, отослал. И теперь у меня есть договор на бумаге, заключенный на год. И я как бы ни о чем не парюсь. Если есть вопросы, я у них спрашиваю, и мне помогают. Если, допустим, ваше видео кто-то выложил на другом канале, соответственно, вы даете эту информацию поддержке агентства интернет-прав, и они уже с этим делом разбираются, то есть вам ничего для этого делать не нужно. И, конечно же, условия, самое главное условие, это снимать авторские видео, то есть не скачивать чужие видео и не заливать на свой канал. Если вы таков блогер, значит, я вам рекомендую. В общем, в принципе, я все сказал. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.